Президент России Владимир Путин в июне 2021 года подписал закон, позволяющий бесплатно доводить газ до границ земельных участков. Наша съемочная группа убедилась в доступности программы «Социальная газификация Подмосковья». Сегодня как раз и попались. Александр Махов теперь использует дрова только для бани. А раньше ему приходилось на протяжении 30 лет отапливать целый дом поленьями и углем. Сейчас остатки топлива лежат в сарае и дровянике, напоминая о совсем недавних нуждах. На зиму 8-10 кубов – это дров. А уголь где-то, ну, куба полтора-два. Это просто для поджога, так что для температуры, чтобы дом держался на ночь зимой. Александр давно хотел провести газ, но это было недоступно пенсионеру. По его словам, чтобы протянуть газопровод до его участка, требовалось порядка 1,5 миллиона рублей. Сейчас же по программе социальной газификации основные расходы на себя берут газораспределительные организации. Собственник платит только за проведение газа непосредственно на участке. Мы сразу обратились, документы отдали, и в течение 3 месяцев нам провели газ. Стоимость зависит от объема строительных работ, протяженности, способа прокладки газопровода и от выбранного газового оборудования. Александр не стал сносить старый котел и печь. Теперь они, словно музейные экспонаты, лишь напоминают о былых временах. Хозяин любит вспоминать, какая вкусная получалась ряженка из печи. Как в русской печи. Растапливали, нагревалось. Все, как ставили, как в плиту, что варили, что щи, что молоко томили, что... Ну, что хочешь, хоть шурпу, хоть что. С появлением газа в доме готовить любимые блюда стало проще и быстрее. А новый газовый котел с легкостью отапливает все помещение и поддерживает комфортную температуру. На данный момент по Люберецкому городскому округу подано 127 заявок на социальную газификацию, 60 договоров уже подготовлено и 27 пусков уже произведены. При соблюдении требований к помещениям, подлежащим газификации, у заявителей не возникает проблем с проведением газа в дом. Подать заявку можно на официальном сайте mosoblgaz.ru, на портале госуслуг и в офисах Мособлгаз. Дмитрий Гринчев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.